По сообщению информагентства «Интерфакс», в Великом Новгороде от свиного гриппа умерла женщина. Она продолжительное время занималась самолечением, к врачам обратилась уже после того, как началось осложнение. Между тем, в Алтайском крае за минувшую неделю число больных ОРВИ гриппом резко возросло. Детские сады и школы закрываются на карантин. В Роспотребнадзоре предоставили статистику масштабов заболевания. В Алтайском крае за последнюю неделю зарегистрировано 21 тысяча случаев заболевания ОРВИ. Чаще всего болеют дети до 14 лет, это 63% от общего числа. На сегодняшний день в крае из-за вирусов на карантин полностью закрыты две школы, 5 дошкольных учреждений, 6 классов в 4 школах и 27 групп в 20 детских садах. Растет и количество людей, которые болеют гриппом. Начали циркулировать вирусы гриппа H1N1 пандемический и вирус гриппа H3N2. То есть среди заболевших превалируют это дети до 14 лет, 63% составляют. И среди детей в основном это дети, посещающие организованные коллективы. Это детские сады и школы. Для профилактики ОРВИ и гриппа по традиции советуют соблюдать меры предосторожности, надевать в общественных местах медицинскую маску, особенно если кто-то чихает или кашляет, чаще мыть руки, проветривать помещение, делать влажную уборку, одеваться по погоде и не переохлаждаться. Возможно, лучший вариант профилактики в период высокой активности инфекции – отказаться от посещения мест большого скопления людей.